В преддверии Дня местного самоуправления в городском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали тех, кто сегодня вносит свой вклад в развитие нашего района, региона и страны. Андрей Вишневский с подробностями. Праздником, который объединяет всех неравнодушных славянцев, называют День местного самоуправления. Он посвящен представителям власти, которые должны быть ближе всех к нуждам простого человека. Нет более почетной профессии, чем служить людям, среди которых ты живешь, и кто доверяет тебе решение своих насущных проблем. Об этом говорил на торжественном мероприятии в городском доме культуры глава Славянского района Роман Синеговский. И я хочу сказать спасибо, наверное, всем сотрудникам администрации, руководителям ТОСов, все наши сферы экономики, почетные граждане, депутаты, жители, потому что именно местное самоуправление, оно объединяет всех для решения той или иной задачи. Только благодаря взаимодействию, благодаря, наверное, как я уже сказал, правильно выстроенным отношениям, можно что-то сделать. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие края отличившиеся сотрудники органов местного самоуправления были отмечены благодарственными письмами губернатора Кубани и главы Славянского района. Безворотнику Виктору Ивановичу, директору общества с ограниченной ответственностью жилищно-коммунальные услуги Славянского района. С наступающим праздником представителей местного самоуправления поздравил председатель Совета Славянского района Григорий Литовка. По его словам, муниципальная власть сегодня является надежной опорой и поддержкой всех славянцев. Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь служению людям на той территории, на которой он живет. И сегодняшние все достижения, они были достигнуты благодаря вам, сидящим в зале, всем жителям активным нашего Славянского района, которые трудятся на этой земле, любят эту землю, любят свои территории, благоустраивают свои хуторки, станицы, села наши, город. И это динамично развивается. Спасибо вам всем за этот титанический каждодневный труд. За профессионализм и преданность избранному делу и значимый вклад в развитие местного самоуправления благодарственные письма Комитета Законодательного собрания Кубани вручили наиболее достойным. Были награждены и победители ежегодного районного конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Третье место в нем занял администратор по работе с населением из прикубанского сельского поселения Светлана Брагина. Прежде всего, это работа с людьми. Прежде всего, потому что мы все разные. У всех свои амбиции. Но движемся к лучшему и хотим лучшего, конечно. Чтобы было, ну, хорошо. Вот. Второе место в престижном районном конкурсе заняла Татьяна Пукасенко, возглавляющая ТОС номер 9 Славянска на Кубани. Я с удовольствием работаю. Мне работа очень нравится. У меня 1800 жителей. И все меня знают, и всех я знаю. Так что любой адрес назовете, и я вам скажу, кто там проживает. Так что я очень рада и довольна. И спасибо, хочу сказать, администрации за то, что она видит нашу работу. И благодарна всем, кто окружает меня, особенно моим коллегам. Решаем почти все. И решаем с легкостью, потому что так как люди, как ты к людям относишься, так и люди к тебе с открытой душой. И победила в конкурсе «Лучший орган территориального общественного самоуправления» очень опытный и прекрасный сотрудник Анна Мойса, которая работает с жителями 4-го ТОСа хутора Нищедимовского Протокского сельского поселения. Конечно, радостно, очень радостно. А то, что оценивается, это нет слов даже. Ну, это победа, это благодаря жителям, благодаря администрации нашей местной, благодаря районной администрации, благодаря, конечно, краю, что сейчас есть программы, можно в них вступать, что-то делать для людей. Очень много можно сделать. Но наши руководители стараются вступать, а мы им помогаем, людей организовываем, чтобы помогали. Люди, я скажу, очень дружные у нас, откликаются. Лучшие творческие силы Славянского района порадовали собравшихся своими песнями и танцами. Слова не без простор,
Именно местному самоуправлению сегодня отводится ведущая роль в национальном проекте благоустройства городской среды. Благодаря добросовестным и квалифицированным работникам самоуправления жизнь в нашем районе и дальше будет становиться благоприятнее и комфортнее для его жителей. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».